Сегодня, друзья, в дом российского актера Гоши Куценко пришло большое горе. Нам об этом сообщили буквально полчаса назад. Мы узнали, что сегодня в одной из больниц Гошу Куценко друзья на личном автомобиле доставили с тяжким телесным повреждением руки. На данный момент он находится в больнице, где ему будут зашивать руку. Мы решили разобраться и узнать, что же случилось с нашим любимым актером. Друзья рассказали, что они все вместе находились на его подмосковной даче. В один миг, когда Гоша Куценко нарезал мясо на шашлык, он случайно порезал себе руку. Порез был очень глубоким, и Гоша Куценко много потерял крови. Для того, чтобы не вызывать скорую помощь, так как она будет ехать долго, друзья доставили его в одну из больниц на личном автомобиле. Сейчас он в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь врачи. Давайте, друзья, поддержим Гошу Куценко. Пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. А вы не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы уже завтра утром не пропустить свежие выпуски. До скорых встреч, друзья, на нашем канале.